Дорогие друзья, сегодня что-то интересное. У нас, смотрите, какая машина. Мы, короче, очень давно не виделись со Старвойтовым Артемом. Мы договорились с ним встретиться. И что у нас есть? Что у нас есть? Сишка. А еще? Телефон под. А, бж-бж-бж. Лёва, хоть ты доливался на меня. У тебя бж-бж? Нет. Старый, выйди на улицу, спроси. У тебя? Старый. У него? Да. Все, давай. Уходи, старый. Короче, у нас есть вот такая крутая штука. Молчи, сука. Тебя тут нету. Тебя тут нету сейчас. Да мне похуй. Так он тут есть или нет еще? Нет, его еще нету. А, ну иди нахуй. Блять, слишком засвечивает. Короче, сейчас будет нахуй злой пранк над старым. Тут нарисована собака, потому что он пес ебаный. Вот. Все эта хуйня слепит. Я вообще не вижу, куда я иду. Калит эта хуйня. Не вижу вообще нихуя. Я иду по лужам. Все, сейчас дойдем. А ты что скажешь? На лыс его хочу. Что делать за кадром, блядь? За кадровая съемка. Готовность. Раз, два, три. Мы, короче, Артему сказали то, что мы сегодня снимаем видосик. Вот, собираем новый самокат Стасу. Ну и не суть. Вот он сидит, бедолажный. Здорово. Здорово. Как жизнь у тебя? Нормально. Чем вообще по жизни занимаешься? Я тебя не видел уже полгода. Я сижу дома на карантине, блядь. Дистанционка. В натуре? Да. А я в школу хожу. Заебись. Неужели надо было уходить? Меня тоже вколет. Малой, блядь, извини. Ебать, ты что творишь? Еб, долбоёб. Не рыпайся. О, ну ты зарос, пиздец, я тебе отвечаю. Ебать, с тебя волос летит. Сука. Старый, извини, пожалуйста. Малой, ну ты зарос, блядь. Нужно ходить вот так, блядь, как нормальный тип. А ты зарос. Все, малой, вот так домой пойдешь. Че, все? Видос пойдем снимать? Какой, блядь, видос? На лысо давай. Ну ты согласен, да? Нет. Да. Согласен? Да. Все, он согласен, на лысо стричься. Барбер Лёва, значит, даю, блядь, машинку. Вообще на лысо. Только брови не нет. Я тут стоп-кадр ведущий. Ебать вы ебанутые. Чё, как тебе? Заебись, респект. Малой, ну ты просто ходил как чепушила. Ты сам видишь, блядь, блоки эти ебаные заебали, голова чешется. Ебать, я сзади люблю пацаны. Ебать, я тут плеш. Ебать, я тут плеш. Ебать, я тут дорожку проебашу. Вверх голову сделай. О, Дынчик звонит. Ебать, манявая стрижка. Вот тут еще посреди. Блять, вот это обычно меня наебывает. Это помните тот злодей из мультика? Гаргамель. Да, блять, тут еще такой. Вот так вот сейчас сделай. О, блять, еще вот туда, тут еще взаимо. Стой, стой, нет, это стиль, это Гаргамель. Ты заебал, нормально, да, блядь, петь. Да ебнешь ты, это стиль, ты че? Ты не шаришь? Ты дурак? Поехали. За моё-то шаришь? Да нахуй прям на лос, ебать. Еще не на лос. Вперед, отгони чуть бошку свою на. Чуть сюда. Живая собака как будто. Че ты, Гаргамель, как? Заебись, блядь. Я голову еще не мыл, блядь. Заебись. Ну что, блядь, плюс 10 к обтекаемости, блядь. Быстро бегать будешь себе. Это кто убирать будет, подумает, кто тут собаку обстриг? Пизда. Бля, главное, стоп-кадр пизда, никогда у него слюна течет. На все дом помоешься, заебал. Да не надо, Стас, у тебя. Ну, бля, чисто обмыть. Что это на месте? Ебать, Лёва запульнул. Дорогие друзья, вот такой вот крутой пранк получился. Надо Артёма мотей старый. Мои уважения. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа, вот она, красавица какая. Гаргамель звонит. Гаргаряйну. Гаргамель и Гаргаряйну. Всё, всем пока.